Строительство тоннеля на станции Баковка МЦД-1 завершится в 2020 году. Его строят для оптимизации пассажиропотока, а также для создания комфортных и безопасных условий для пассажиров. У тоннеля будет подземный вестибюль и выходы к улицам Вокзальный тупик и Привокзальная. Также в следующем году завершится строительство распределительного зала «Конкорса» на станции МЦД-1 «Сетунь».